Продолжаем выпуск. Попался на горячем. Запорожский предприниматель был задержан налоговой милицией Жовтнева района прямо у выхода из банка. У него изъяли более 100 тысяч гривен, чековые книжки и поддельные печати. Подозреваемый, по словам налоговиков, является организатором конвертационного центра. На протяжении года махинатор незаконно обналичил порядка 6 миллионов гривен. По словам налоговиков, финансового мошенника обнаружили в рамках проведения операции «Бюджет». Он был задержан при выходе из банка с незаконно обналиченными деньгами. В Жовтневом районе города был выявлен конвертационный центр. Значит, организовал гражданин 68-го года рождения, вот, который за время действия, он свежий, скажем, в этом году организован, обналичил около 6 миллионов гривен. Как рассказали в налоговой, конвертационный центр во главе с задержанным действовал по определенной схеме. Вместе с фирмами-заказчиками предприниматель совершал безналичный расчет за якобы предоставленные стройматериалы. По расчетному счету банка он обналичивал деньги и возвращал клиентам. За услуги брал определенный процент. В реальности никаких товаров не существовало, а все финансовые операции проводились на бумаге. При попытке в одном из банков обналичить 100 тысяч гривен, вот он был задержан. Эти деньги изъяты, вот, на расчетный счет наложен арест. Сейчас возбуждено уголовное дело, и данный предприниматель арестован. По словам Сергея Доброчинского, задержанному грозит тюремное заключение сроком до 10 лет.